Так, время. Осталось 15 минут. Опять пропускаю эту больную тему. Городское это. Подлое эти. Подлое городское садоводство. Не садоводство, это дикари. Вот. Опять пропускаю. До следующего раза. Что-то я вожде хотел сказать. Все же дурь. И это пропускаю. У меня от этой Ольги Исаковой, как называется, изжога уже. Так, вот это вот. Привет, Иван Федорович. Значит, Кириллин, это мой зам по Казахстану. Это его фотография. Наверное, это я всем говорю, если он не смог добиться того, чтобы ему сказали, откуда дровишки, а это дровишки, я вам показывал в прошлый раз, несколько передач назад. Видели? Просыпаются почки, которые сразу были ликвидированы, а они опять полезли. Маленький горшочек. Вот он, маленький горшочек. И вот такая дурь, метр штамп, и вот еще метр. Маленький горшочек. И тем не менее просыпается. Если кто-то, это мой совет, уже здесь, вот смотрите, просыпается, не просыпается. Вот здесь отрезал вот эту вот. И у них, и все-таки этот саженец, ну, серый Казахстан себе, он все равно замерзнет. Ну, хоть что-то успеет. А вот это вот, все, дурь собачья. Вот. Так вот, вот она, дама. Вот. Под пыткой не скажут, откуда дровишки. И не сказала ведь, да, Иван? И не сказала ведь. Кто должен был ее спрашивать? А если подошли, как положено, эти надзорные органы? Что бы она им сказала? А я... все, больничная тема. Не хочу говорить, что врагов наживать в виде надзорных органов. А пропускаю. Вот. Посадка. Ребенок садил. Холм сделал. Заставил отрезать лишнюю веточку. Ну, тут очень много. Тут большой ком был. Поэтому обрезка минимальная. Вот она. Вот. Пропускаю. Еще будем про посадку будем говорить. Вот. Еще будем говорить. Почему? Повторяюсь, я уже в отчаянии. Мне же каждый раз вопрос зададут, я говорю, на вебинаре. Я не могу каждому прислать эти фотографии, каждому по полчаса рассказать. Вот. А вот этим я горжусь. Был у нас специалист один на весь этот самый регион. Турсун Полатускабилов. Уже глубокий пенсионер. Да и у него должны были вот это вот его досье на всех нас. Выкупить за большие деньги и сказать, вот следующий молодой, здоровый парень должен продолжать это поиски всего. А он искал косточки, черенки. Он больше меня знал, больше меня. Я пойду на рынок, друзья. Вот это да. А потом что? Я вам сейчас только один пример пропущу кое-что. Вот. Сейчас только один пример приведу. Он где-то тут у меня недалеко. Я когда-то давненько рассказывал, показывал. Это учебные снимки. Это учебные. Вот. И это важно. Вот она. Вот смотрите. Я снимаю фильм. А пока он направил на нее, это я фотографию прямо с фильма делал. То есть это с экрана фильма. Вот. Здрасте, Валерий Константинович, да у меня ваши абрикосы. Да я уже из косточки успела свои вырастить. То есть ваш королевский стал косточкой, а вы из косточки. И говорит, вот так показываю, смотрите. Что, говорю? А ну-ка, побожитесь. Да я. Рядом стоит другая женщина и тоже кивает. Вот это вот. Смотрите. Из косточки я и верю. Другое дело, что вы понимаете, блядь, нет у меня возможности такой. У меня таких случаев десятки. Я ей верю. Она говорит, я
вырастила из косточки вашего королевского абрикоса потомство, вырастила дерево сама лично, которое дало вот такие плоды. Внимание! Вы понимаете, этот человек не врет. Зачем ей было врать-то? Ну и где это дерево? Поговорили мы с ней, ну, потом запишу эту телефон, ну. Ну ни сил, ни здоровья нету. Я в это время где-то ожидал операцию. Мне уже ноги отказывали. Вот такие шишки на венах. Ну и кто-то должен найти был эту женщину. Не именно ее, а лазить по рынку. Вот. Все, что мы знаем, наш Саяногорский рынок, Володя Тотар, Владимир Александрович, кстати, прошу меня извинить за наше это самое, ну как сказать, за наш раздор, за нашу эту конфронтацию. Может, даже польза какая-то от него была, от этой конфронтации. Прошу меня извинить, я надеюсь, с друзьями еще будем. Вот, как были, искренними друзьями. Лучшие сады. Нам-то что делить? Я еще раз скажу. Я готовился к этой передаче и придумал такой пример. Если кто-то говорит, что лучший композитор Моцарт, кто-то говорит Шопен, а кто-то говорит Чайковский. Кто из них лучше? Ну-ка. Если есть такие, как бы сказать, там, музыкоманы, да? Вот, они могут даже морду набить. Нет, Чайковский и врыло. Вот так вот даже может быть. Но никто из них не лучше, они все лучше. Так же и Тотаров лучше. Я, когда у него в саду был, я говорил, лучший сад, лучше эти. Когда вчера был у Боднара, я говорил, лучшие черешни. Когда был у Чернобаева, говорил, он, у меня нужно, что крупные плоды. Но он из моих плодов вот что сделал. И вот я к чему это все говорю, ребята. Мы лучшие, но наш рынок, Тотаров на рынке тоже торгует. Вот. Последний из магикан на рынке торгует саженцами. Я к нему отправляю. Нету. И что делать? Я говорю, на рынок найдете Тотарова, ваше счастье. Только не нарывай. Больше никого. Не верьте ни одному. Вот. И что из этого следует? Рынок наш, Саяногорский, это наша выставка. Выставка для всей России. Это там даже обойдешь меня, не нравится тебе Железов. Выскочка, наглый, как меня это московские ученые, значит, проходимец. Не надо, не ходи ко мне. На рынке, на рынках я вырастил, мои клиенты вырастили сотни тысяч саженцев. Клиенты Филиппьева вырастили сотни тысяч саженцев. Естественно, он же лучше не прятал от людей сорта. Тотаров вырастил сотни тысяч саженцев. Все это сейчас. Это еще эти майские наши волшебники. Жестовские. Я не говорю про тех, кто раньше был. Пораньше я хочу по телевидению рассказать про тех, кто был это самое. До нас. Вот. Предыдущее поколение. Это для телевидения я оставляю. История Саяногорского садоводства. Хоть бы один канал клюнул бы на это. Но все, что вырастили Тотаров, Железов, Филиппьев, Жестовская, Таня, все это уже в виде плодов на рынке. Выезжайте на рынок, вы найдите этих женщин, вот этих вот, вы узнаете их адреса, вы заплатите им за эти веточки. Вот. Увезите к себе. Тотаров что? Он от меня все, что отвез, получились такое садище, но... А в этом году он должен быть еще краше. Вот понимаете, что такое молодой сад? Он только все еще набирает силы. Да, мне говорят, Железов, ты что, ой, этот самый, ой, я сейчас чью фамилию назвал? Я про Чернобаева. Так вот, молодой сад набирает силы. Значит, я против побелки. У него могут быть лучшие урожаи только за счет искалеченных этих штампов и за счет побелки, который тоже калечит. Век будет покороче. А место-то у него лучше моего. Это выравнивает наши шансы. Единственное, я говорю, нельзя местечковое достижение переносить на всю Россию. Потому что сейчас так обожглись те, кто, у кого было минус 40, минус 50. Так обожглись. Там сплошные потери.
А еще я, вот уже последние минуты истекают, еще я, опять же, моего друга, которого я горжусь дружбой, Трусона Пулота Дускобилова, сейчас, извините, назад возвращаюсь. Глядя на фотографию, легче разговаривать. Ой, вот где надо заканчивать. Дускобилова, плодовая косточка культуры на юге. Красноярск, 23-й год. Видите? Рецидент, кандидат наук. Знаете, что это? Уважаемого ВК Железову, это от Дускобилова. Вы внесли большой вклад в создание и сохранение генофонда. Он стал бы передо мной распинаться, если бы он не 20 лет не прожил в моем саду, а? Как сейчас Елена Савинич в моем саду, а когда-то это был Турсун. Вот. Уважаемый, вы внесли большой вклад в создание и сохранение генофонда. Я заслужил эти слова. Вот оно. И, внимание, мне подарили эту книгу. Кто хочет напрямую связаться, он еще, как бы сказать, ну такой деятельный товарищ. И вот, 8-923-216-45, я его попросил, говорю, а вдруг похвастаюсь, а вдруг кому-то надо, вы лично нужны. А лично это было вот так, смотрите. Ой, столько интересных писем пропускаю. Столько интересных писем. Столько интересных писем. Ой, сколько писем. А, вот. Он привез специалиста. Я уже не помню ни имени, ни фамилии, ни отчества. Фильм я снял, где интервью. Это специалист из Средней Азии, с Киргизстана. Он привез ко мне знакомить. То есть, это получается, он меня признал равным специалисту, ну, как бы назвать его, профессиональному. Кстати, мне когда говорят, какая у тебя профессия? Я говорю, фермер. И честно смотрю в глаза. Так вот, Турсун Пулот Дускобилов 10 примерно лет назад приехал, в глазах ужас. Я был в командировке, догадайтесь где? На Алтае. Там погибло 90% садов. Ну, конечно, все он обследовать не мог, но и такую цифру сказать просто так он не мог. А теперь догадайтесь, почему они погибали. Вот, у меня есть отдельный раздел, вот, называется «Посадка в углубление», отдельный раздел, вот, «Обрезка на это самое, на кольцо», вот. Вот это было. Вот это было. Я вот на таких этих самых, на тысячах писем я учился. Дружил с таким человеком, как Турсун Пулот Дускобилов. Вот. Еще два слова. Байкова Галина Николаевна. Я еще, и у меня осталось 2 минуты. Ребята, я приехал в 84-м году, в 85-м. Я тут же купил участок и давай его засаживать. Вот. Я в Абакан, ни хрена толком там нету. Я в Минусинск. Не понравилось. И я в Шушинское. А там человек, которого я считаю выдающийся, у нас не принято. У нас когда-то в обход науки царь дал орден Мичурину. Царь дал, а вот чисто ученым не давал, а любителю дал. Он себе больше врагов нажил. Еще в царское время царь ему за его подвижническую работу дал орден. Так вот, Галина Николаевна Байкова, вот я не готовил специально, у меня есть несколько ее фотографий. Вот. Доктор, кандидат наук, директор института, многолетний, отчаянный директор. Это пережить такую жизнь, когда она мне рассказала, что у нее как-то в мае, в конце мая, было минус 17, и под угрозу было поставлено все. В конце мая минус 17. Ни апреля, ни марта. Вы представляете? Вот. И именно от нее пошли первые саженцы по всему нашему району. Саяногорск и пригороды насытила этими саженцами все. И у нас появилось все свое. Потом, да, мы добавили. Вот, потому что это уже был другой уровень. Тоторов, значит, груши послаще. Там, допустим, Филиппиево, абрикосы покрупнее, понятно. Ну и так далее. Вот я отдаю ей долг, да, долг, как сказать-то,
Уважение невероятного. Вот кому орден. Да у меня вся грудь должна быть вот так, в орденах. За каждую пятилетку и так далее. Вот так должно быть. И государственная премия у меня должна быть. И уж, конечно, это, по Красноярскому краю, если там, оказывается, давали премии. Вот что, какие у нас люди были. А про любителя расскажу в другой раз. С фотографиями совсем. Все, мое время истекло. Я считаю, что я свой долг выполнил. Вот. Теперь мне легче будет жить. Вот. Не выскочка я. Вот. Я один из среди равных мне людей. Вот. Да, у меня другая агротехника. Но это агротехника будущего. Но насытил рынок, это целый коллектив нас раз. Вот. Пришла пора, пришла беда страшная, и было две беды. Первая, звериная технология. Это, научили миллионы, научили тысячи саяногорцев, давай калечить. И вторая, вот эта вот беспомощность, вот это отсутствие борьбы с этими. Придет, протокол составит, и дальше торгуй. Вот, и заторговались, привезли рак, не рак, это рак, мы так и называем по инерции, привезли бактериальную болезнь с неизвестным названием, и уничтожили практически все поголовье яблонь во всей Минусинской котловине. Вот это страшное, друзья. А помогло этим погибать именно вот эта звериная обрезка. Я следил за сотнями деревьев, они погибали, караул спасает. Ну, спасайте, Валерий Константинович, ничего сделать не мог. Раны, 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 раны. Раны и плюс эпидемия. Это то же самое, что мы все болеем, помните ковид? Умирают даже здоровые молодцы, а просто от гриппа. Умирают от гепатита, вспоминайте. Вспоминают от этого, мы как-то реже стали говорить про этот, про самый страшный стал болезнь-то. Ну как она, как она? Ну как она? Сейчас. Короче, нет, вот, вы видите, какое это? Забыть название самой страшной болезни, которая до сих пор стала самой страшной. И вот, и представим себе, что этому человеку, больному, тем же гепатитом, тем же этим, тем же тем, ему еще это, руки, ноги отрезать. Ну, позже представить. И деревья вот так вот. Скелетные ветки режут, вот такие вот, и я показывал. И учат, что вот такие. А и зарастет она, говорит человек. Вывели целый класс яблонь. Все. Одни дикареца. Хоть бы один дикая, дикая яблоня в тайге, хоть бы одна заболела. Я уже всю тайгу переглядел. Не перекинулась болезнь, знаете, на место, на эндемике. Не перекинулась. Ой, Господи, что я сегодня наговорил-то? Нас там хотя бы два десятка-то осталось, нет? Все, друзья, и как раз время вышло. Сейчас что я делаю? Я объявляю 5-минутный перерыв. Вот. Ну, еще раз посмотрите, ребята. Это те самые вегетативные гибриды. Гибриды, вегетативные, гибриды, вегетативные, понимаете, которых нет в природе. Она живет в Москве, ездила в командировки, ведь книгу уже я прочитал ее, в Среднюю Азию за образцами абрикосов. А теперь нахрен не нужна. В самой последней публикации, уж чуть не сказал это, в самой последней у нее написано, последняя фраза. Будем испытывать теперь маньчжурские абрикосы. Здрасте. Сколько десятилетий это назад можно было? Моему абрикосу маньчжурскому 40 лет, про него кто только не знает. Ваш коллега Ваулин же выписал, то у меня сеянцы маньчжурца. Ну, все, Ирина Александровна, мне недолго осталось, даю пост. Удастся сделать карьеру, тащите за собой Сергея. Связки вы такого натворите, ну, придется делить на двоих Нобелевскую премию. Вот. Все, я ухожу отсюда. Я перехожу своим привычным маршрутом.
Так. Все, берите машину. Все, смотрите, друзья, я устал немножко, пойду подогрею чай. Я сегодня умудрился даже после часа перерыва не сделать. Во. Кстати, что-то вы расписались, молодцы. Я люблю еще час занимать, отнимать у вас время. Так, пока, друзья, я на кухню. Вот. А вы думаете, видите, написано, заказать семена и каталог железов за 23-й год. Уже 24-й. Вот. Но свежего урожая 24-го нет. Берите, что есть. Осень два раза подорожает. Заказывайте каталог, там все расписано. Знаете, сколько нужно энергии, чтобы даже провести такой вебинар?